Тебе своих детей. Дочери наши и сыновья, вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Сейчас мы спросим, какие имена дали родители своим деткам. Я думаю, наверное, 16 или 17 сегодня детей вынесло родители на то, чтобы помолиться. Мы спросим имена. Джейсон. Эстер. Кристина. Майкл. 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 Лия. Эвелина. Владислав. Еремия. Амилия. Элла. Анна. Джеймс. Никита. Элси. Соломия. Слава Иисусу Христу, церковь дорогая. Мы один вопрос зададим. Я понимаю, тут маленьким находиться долго тяжеловато. Мы спросим один вопрос, и братья приготовятся, выйдут, чтобы взять на руки. Обращение к родителям от своих деток воспитывать так,
по-христиански, как в нашей церкви, самое доброе, самое хорошее, чтобы они видели ваши склоненные колени, когда будут возрастать дома в молитве, вот, чтобы приучать их к церкви, когда маленькие будут постарше, чтобы трудно шли в церкви, чтобы поклонялись Господу так, как поклоняемся мы. Обещаете так воспитывать детей? Скажите «да». Слава Иисусу Христу! Давайте, братья, мы выйдем и возьмем на руки и будем совершать молитву. Сыны хорошо, а доченьки тоже хорошо. Правда же, да? Слава Богу. Молимся. Великий вечный Господь, встанем для молитвы. Мы преклоняемся перед Тобой. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Господи, так важно Твое прикосновение. Господи, слава Тебе. Оно обогащает и печали не приносит. Слава Тебе. Хвала Тебе, Господи. Величит Тебя наша душа за все милости, которые Ты, Господи, соделал для нас. Хвала Тебе, Ава Отче, Ава Отче, благословен, благословен Твой приход, Господи. Ты ходил по земле, Ты, Господи, искал, чтобы благословить, исцелить, восстановить и воскресить. И сегодня детки эти, Господи, это дитя на руках моих, Господи, мы желаем, чтобы Ты благословил отцовским благословением. Подай свою, Господи, для нее благодать, чтобы она была благословением для родителей, чтобы в свое время она совершила, Господи, эту молитву, чтобы получить, Господи, все необходимое для Тебя, для себя, крести Духом Святым ее. Боже, благослови ее, ее судьбу дальнейшую, пусть она будет в Твоих руках. Боже, не отними свои руки благословляющие, Господи. Благослови родителей, благослови в семье устрой. Да будет, Господи, милость Твоя, Господи, над ней. Благословен Господь. Благословенно имя Твое, всемогущий Бог. Мы приходим к Тебе, как подателю благ, Господи. И Твое слово говорит о детей, которые были приведены к Тебе. И ученики возбраняли, Господи, но Ты сказал, допустите. И, Господи, Ты молился и благословил их. И сегодня братья держат на руках. Господи, мы говорим молитву, и мы благодарим Тебя, что Ты услышал молитву нашу и принял моление наше. Господи, я знаю, что небеса открыты сейчас, чтобы действительно сокровищницу небесную открыть и благословить этих деток. Боже, благослови их, благослови отцовским благословением, чтобы в свое время они возросли. Господи, они нашли место в церкви, крести их Духом Святым. Боже, чтобы они были действительно благословением в семье. Боже, мы просим, защити этих деток от болезней, от скверных греха, от лукавого, от этих стрел раскаленных, Господи, чтобы у них был щит веры, Боже. Благослови их, Господь, чтобы никакие болезни не коснулись их. Благослови семью, в которой пришла эта награда неба. Родителей благослови. Если еще есть братики и сестрички, также благослови, Господи, чтобы было устроение в церкви. Боже, мы благодарим Тебя за это время, неспокойное вокруг нас, но в церкви сегодня благодать. Сегодня праздник и торжество. Дети принесены под благословение. И Ты нам сегодня разрешил собраться вместе. Благодарим Тебя за эту молитву. Хвала Тебе и слава. Останься с нами, вечно Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. О, помоги в поступках всех быть самому в пример для тех, с которыми я должен жить, которых должен я любить, с которыми я должен жить, которых должен я любить. Всегда лишь мыслью занят я, чтоб я и вся моя семья воздвигли в сердце нашим храм Твоим спасительным словам. Воздвигли в сердце нашим храм Твоим спасительным словам. Тебе, как жертву отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать здесь свою. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать здесь твою. Братья и сестры, пока мы стоим на ногах, это прекрасная картина, не так ли, братья и сестры? Сколько деток? А кто-то плачет, потому что нет детей. И в нашей церкви есть семьи, которые молятся об этом, чтобы были детки. Давайте, видя эту картину, в кратких словах скажем Господу об этих семьях, которые также хотели бы стоять здесь и принести своих деток под благословение. Давайте помолимся, братья и сестры. Дорогой наш Отец, мы благодарны Тебе за это чудесное служение. Господи, родители много звонили, спрашивали, когда можно принести деток под благословение Твое. И сегодня такое служение, Господи. И мы молились о них, и будем еще молиться, Господи, когда детки наши выходят уже, когда они, Господи, подрастают, молимся о молодежи. И вручаем Твои руки святые, Господи, и сейчас молились о детках, о родителях, чтобы дал им мудрость и воспитать. И также в нашей молитве вспоминаем те семьи, которые хотели бы иметь деток, а деток нет. Господи, подай им деток в их семьи, чтобы эта радость была, Господи Боже, и в их семьи, Господи, да будет милость Твоя, мы на Тебя уповаем, Господи. Если что трудного для Тебя, Господи, ничего не трудное. Хотелось бы, чтобы каждая семья имела полноту Твоего благословения, счастья и детей, Господи, которые окружают отца и мать, и тем приносят радость. Слава Тебе да будет и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Родители, да благословит вас Господь, ваши семьи, деток, которых вы держите, деток, которые в вашем доме, кроме этого, мальчика или доченьки, хай Бог благословит, будьте примером. Хотел бы сказать вам, никогда не несите раздор в семья своих детей. Написано, не раздражайте детей своих. Когда какое-то несогласие между отцом и матерью, и дети это слышат, это, как брат говорил, это яд, который поражает детей. Сохрани, Господь. Старайтесь влаживать в сердца детей Божье Слово и страх Господень. Да благословит вас Господь. Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, садитесь, пожалуйста. А сейчас в нас братья будут собирать пожертвования. Пожалуйста, братья, соберите пожертвования. В нас будет...